сахарный постом его называют, а мне кажется, что из-за его рациона питания. Ой, прости, пожалуйста. Вот рацион питания у него обязательно должен входить именно сладости. Именно вот мед, мед только натуральный. О, какой хвост, да. Не ест. Какой хвост. Вот, еще плюс ему обязательно нужны саранчу, вот именно вот, даже чтобы он помнил, чем на самом деле питаются. А в природе они питаются нектаром. Они не собираются вот большими стаями, и альфа-самец метит своих самцов, чтобы они чувствовали, что они из этих. Вот такие лапочки, они очень мягкие. А хвостик, хвостиком он цепляется за дерево, наверное? Да. А живет где? Австралия. Австралия. А, да, это Австралия? Сахарный посум. Посум. Не опоссум, а посум. Ага. Ой, супер. Ага, здорово.